В Одесской области сотрудниками Государственной пограничной службы Украины была обнаружена и изъята ценная монета, которую гражданин Молдовы пытался вывести с территории нашей страны. Мал золотник, да дорог. Это как раз про ту монету, которую удалось обнаружить и изъять одесским пограничникам. Молодой мужчина, гражданин Молдовы, через пункт пропуска Платонова в Одесской области пытался вывести ее из нашей страны. Каково же было удивление пограничников, когда при досмотре вещей иностранцев в бумажнике они обнаружили рубль. Всего один, зато какой. Практически драгоценный, за который ценитель старины может отвалить много-много современных рублей в валюте. И дело не в том, что найденный рубль серебряный, а в том, что выпущен он был аж в 1777 году. Дорогой рубль был отправлен на специальную экспертизу для определения его исторической и культурной ценности.